Унирпас Булсан. Под таким названием в Нур-Султане прошел фестиваль среди организаций в сфере культуры и неправительственных организаций, работающих с людьми с особыми потребностями. Организовали данное мероприятие сотрудники Комитета культуры подведомственного министерства. Художественный руководитель ансамбля бального танца «Сенситив» Ольга Ростовщикова представляла на конкурсе «Казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова». Театр выиграл номинации «Инклюзивная организация». Коллективу вручили сертификат на 1 миллион тенге. К слову, на данный момент в творческом коллективе «Сенситив» 9 человек. По словам Ольги, это прежде всего их общая заслуга. Жюри на высоком уровне оценило танцевальный номер и презентацию участников, отправленных на конкурс. Стоит сказать, что в фестивале приняли участие сотрудники из 16 регионов страны по 20 номинациям. Презентация у нас была видеоролик. Вот. Также мы описали нашу автобиографию. Приложили туда дипломы, газетные вырезки. Постановка сильная, ребята сильные, то есть не могли не отметить уровень исполнения, артистизм.